куда нас смотрят. Крафт тоже пришел посмотреть кино Джима Джармуша. Блин. Пусто. Ты вообще снимаешь это все? Лол. Ну проявляй. Спасибо. Пожалуйста. Вот так вот ходит все и роняет. Well, let's hope he's just dramatic. Even so, I mainly blame Shelley and Byron and some of those French arseholes he used to hang around with. Фильм очень крутой, и если вы смотрели другие фильмы Джармуша, вам очень понравится. Больше спойлеров не будет. Приятного просмотра, надеюсь, вы сходите на это кино или скачаете его в хуевом качестве. Все, пока.